машины. Евгена пройдет, не пройдет. То есть прием этот. То, насколько вы чувствуете, еще, насколько вы чувствуете этот прием, когда проходят ноги, здесь накрывается, накрывается, и здесь ручка уже, вот она выходит, я его стараюсь задушить. Что я делаю? Как я чувствую этот прием? Хорошо. И стараться руку вывести вот сюда, немножко повыше. И вот здесь придержать его. В чем опасно? Что он может все-таки перевести в партер? Что он может потерпеть? Что может найти? Например, сколько я работал, мне как бы так не ловили. Потому что я находил, скажем так, такие углы, чтобы дышать все равно. Дышал и спокойно терпел прием этот. И с другой стороны, как бы сам старался не то чтобы делать, но через руку пройдет вот эти вещи, через руку пройдет, если делаете боксеру, кикбоксеру и кому-то еще удар, чистому ударнику, да. А если борец, уже гораздо сложнее, уже очень сложно это сделать. Другое дело, если делать его, как Антонио, допустим, Агуэра, проходит. Как раз вот здесь вот идет прихват, то есть либо так, либо, конечно, он прихватывал здесь руку. Но я, например, прихватывал вот здесь, выводил сюда руки и здесь уже фиксировал их. Вот этот вот захват. И здесь уже пошло. То есть такие вещи, это нюансы, но многие вещи, их надо прочувствовать. Даже гильотина. И старался вывести вот сюда, руки немножко вот сюда. Во-первых, он хватать их не будет. Во-вторых, идет подъем, максимальный подъем. Я его могу вытянуть. Да. А чтобы не попасть на нее, нужно шею держать вверх постоянно. Проходить ноги, например, получается. Плечки. Ну и плечи. У меня этот вопрос никогда не стоял, потому что я никогда не переводил в партер прохода в ноги. Поэтому я, например, всегда проходил. Я проходил, прижимая плечо. И если что-то было, сразу прихватывалось, я накрывал эту руку. То есть ручку сразу накрывал. И не давал взять одну шею. Если брали, то через руку. То есть здесь уже очень сложно сделать этот прием. Одну шею никогда не давал. Но сам брал. Здесь уже вещи те, которые, то есть он вынырнул. А вы можете подхватить, то есть раз, два, три, и пошел дальше развивать вашу атаку. Не должно быть так, что вы зациклились на одном приеме. Не должно быть так, что у вас есть какой-то один прием, который вы... То есть вы должны максимально разнообразить свой потенциал борцовский, начиная со стойки, начиная с тех же, где-то заклинчевались, да? Не прошел у меня один прием, устоял. Я перехожу на другой, не пошел, на третий, пока я его не переведу. То есть не должно быть такого, что я могу, имею только проход в ноги делать, но он меня накрыл два раза, и я сдох. То есть от этого должно быть, да, допустим, я ноги пошел, он упирает сразу раз. То есть прошел ноги, здесь не получилось. Допустим, ушел. Чуть среднее. То есть выныривают эти прокрутки, вот эти вещи. Раз. Вот эти вот вещи. Вот уже пошла ручка. То есть такие вещи, их необходимо. Я здесь не сломаю, это только в футболке можно упираться. Но положение поменять, я его поменяю. И уже не будет опасного положения, скажем, он не накроет.
Сейчас поработали немножко вот с гильотиной. То есть это прием, его необходимо, конечно, ну, любой прием, чтобы он у вас пошел или у ваших подопечных, его нужно пропустить через себя, его надо почувствовать самому. Любой прием. Любой прием. И любой прием, то есть как вы должны его уметь хорошо делать, как вы его должны хорошо делать, так же вы должны от него хорошо защищаться. Я, например, еще раз. Например, здесь всегда встречаю через руку, а потом сразу перехватываю голову, отмечаю. Сейчас по парам и почувствовали. То есть один постарался проходики, ноги поджать, поджать проход ноги, на второй накрыть и поискать, и почувствовать здесь прием. Попробуем еще. Все максимально. Да, забежал, забежал, забежал. Либо за спину забежал. Не надо включать все свои мышцы, только те, которые должны быть.